Сегодня я покажу вам, как сделать вот такого лебедя. Нам понадобится 471 белый элемент и один красный для клюва. Начинаем сборку с тела лебедя. Удобно его делать с маленькими партиями, допустим по 7. Значит, мы берем несколько элементов. Можно начать с 3. Соединяем их по парам между собой. 2 элемента скрепили и скрепили другие 2 элемента. Вот у нас есть 3, 2. Чтобы они не разъезжались, можно добавить еще один. Они скрепились. Теперь добавляем еще снизу. Добавляем один. Соединяем его. И можем соединить эти 2 тоже. У нас получилось 4, 3, 2. Так добавляем до тех пор, пока внизу не будет 7 рядов, 7 элементов. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добавляем еще один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь мы сводим, в конце концов, добавляем элемент, так что наверху получился один. В следующем ряду у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд у нас будет 5. Следующий ряд у нас будет 4. Раз. Потом мы делаем 3. Раз. Три. Делаем 2. И последний один. Получилось 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таких элементов нам нужно 4. И теперь мы будем соединять эти элементы между собой. Мы берем, значит, 2 таких элемента, 2 по 7, и соединяем их таким образом. На крайние элементы в нижнем ряду мы сажаем один модуль. В следующем ряду, в третьем ряду, мы добавляем уже 2 элемента. В следующем 3 и так далее, до тех пор, пока мы не получим вот такую вот вещь. То есть у нас внизу стало уже 14 и постепенно сходит на нет. Таким образом мы соединяем все детали для того, чтобы получить тело. Мы получили вот такой вот красивый элемент. Внизу у нас 28 и постепенно они сходят на нет, и у нас 7 рядов. Теперь мы их замыкаем в круг. Значит, мы поворачиваем и опять делаем то же самое, что мы делали до сих пор. Мы соединяем нижние 2 элемента, сажаем один сюда и один сюда.
и добавляем недостающие элементы, пока у нас не получится полный круг. Вот у нас сделан круг. Мы его сейчас аккуратненько выворачиваем, очень аккуратно нажимаем изнутри, так чтобы он стал вертикальный. Следующим этапом мы будем делать дно. Переворачиваем его сюда. Сжимаем аккуратненько. У нас получается такая штучка. Вот. И будем добавлять по одному элементу в дно, кармашками наружу. Вот смотрите, вот я держу этот элемент вот так вот. И мы его сажаем. Вот. Один сюда, один сюда. Вот. Таким вот образом. Он становится перпендикулярно. И так сажаем по кругу, пока у нас не получится дно.